Здравствуйте, Аня. Это видео про проверенные переходники КПН. Все переходники я проверил и разделил их условно, вернее не условно, разделил их на три группы. 19 штук условно идеальные, которые хорошо входят в камеру. Вот эта кучка переходников, которая или вообще не входит в камеру, то есть полный брак, или входит в камеру с таким трудом, что человек, который не знает, что оно так не должно быть, он просто сломает себе камеру. И несколько штучек условно нормальных, которые можно продавать украинцам. И то после большого объяснения. Сейчас я вам покажу. Вот берем условно идеальный переходник. Камеру Nikon. По красной точке мы совмещаем с белой и вставляем до щелчка. Вот он защелкнулся. С трудом, ну, входит-выходит. То есть эти переходники, вот это вот идеальные, таких вот полностью идеальных штучки 4. Дальше. Вот эта вот кучка вообще не входит. Вот. И не поворачивается. Один. Вот, еле-еле. Два. Но его тоже нельзя использовать. Этот вообще не поворачивается. Три. Не идет. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Так, вообще не входит. Девять. Десять. Это с учетом того, что эта камера у меня рабочая именно под переходники и уже байонет расточенный, разработанный. То есть представьте, если такой переходник попался бы вашему покупателю розничному, и он бы просто у него застрял в байонете камеры, он бы предъявил вам претензии. Вот еле-еле, и то с трудом выходит. Не входит. Не входит. Не входит. И этот не входит. Так, считаем, сколько полностью бракованных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Условно хороших. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И более-менее условно хороших, которые можно продать после тщательного объяснения и кое-какой доработки украинцам. Раз. Два. Три. Четыре. Пять.
5, 6, 7, 8. Итак, смотрим. 19 штук я забираю у вас по той цене, по которой мы с вами договорились, по 120 гривен. Эти 19 штук я вообще вам могу вернуть. Делайте потом, что хотите, но они не подлежат ремонту, дотачиванию, это уже проверено. Вот, и вот эти вот 9 штук, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, так нет, 2, 4, 6, 8 штук, условно нормальных, которые я постараюсь доделать, я могу забрать за 60 гривен. Спасибо за внимание.